Привет всем гостям и подписчикам канала! Огромное спасибо за вашу поддержку и хорошие слова в комментариях. Друзья, лидер оппозиционного политического блока «Честь имею», бывший глава службы национальной безопасности Армении, а ныне депутат парламента Артур Ванитсян, на своей странице Facebook заявил, что Пашинян целиком и полностью связан с интересами Азербайджана. Другими словами, делает все, что ему велят делать. Он обвинил Никола Пашиняна в манипуляциях сознанием армян, когда тот комментирует переговорный процесс с Баку. Цитирую Ванитсяна: «Нет никаких сомнений в том, что Пашинян целиком и полностью связан с азербайджанскими интересами. Да, это очень важный вопрос. А была эта связь с самого начала или появилась в процессе, выяснит расследование сразу после ухода данной власти», отметил политик. «Послушай, Артур. Конечно, Пашинян пляшет под дудку Баку. Раньше он плясал в Шуше для вас, армяне, а теперь будет плясать у вас в Ереване для нас, азербайджанцев. А у него что, разве есть выбор? Артур, давай на чистоту поговорим, как бы ты действовал на месте Пашиняна? Ты бы не пошел на уступки Баку. Вы все герои, когда на вас не лежит ответственность. Вы все герои, когда в оппозиции. Отдай вам власть, так вы все начинаете делать одно и то же. И все начинаете оправдываться в своих неудачах и искать виновных на стороне. Можно подумать, будь Ванитсян на месте Пашиняна, он бы выиграл войну. Не выиграл бы ни за что и никогда. И жертв после этой войны не было бы меньше. Вы все лузеры. И вы все пойдете на те условия, которые вам предложит Азербайджан. Потому что за Азербайджаном сила и, что самое главное, правда. Спасибо всем за просмотр. С вами был Павел. Всем пока.